Всем привет! Вы на канале Виктория Плей. Всем привет! С вами Викочка, и сегодня мы будем играть в феи. Вика сегодня покажет вам свою большую коллекцию феи Тинкер Белл. Есть феи на санях, есть кухня феи, есть феи-кафе и еще много-много всего интересного. И вот еще. Да, это... еще феи на мопеде у Вики есть. Получается 4 набора. У Вики фея Динь-Динь повторяется в каждой коллекции. Помимо Динь-Динь, у Вики есть еще две феи. Это фея Зимнего леса. Как зовут фея Зимнего леса? Незабудка. Незабудка. И фея цветов. Розетта. Розетта. Так, ну что, покажем наши наборчики? Да, покажем. Покажем. Первый набор — это у нас кафе. Да, здесь кафе. У нас имеется столик и передвижное кафе. У нас в кафе Розетта работает. Розетта у нас в розовом платье, как всегда в мультике. Розетта — это фея цветов. Вот у нее такое замечательное кафе, оно передвигается, и тут колесико крутится, как конфетка. Посмотрим его с другой стороны. Вот такое. Вот здесь тебе фея будет здесь у нас кушать. Да, и к ней в кафе пришла Динь-Динь. Тут смотрите, в кафе такие стульчики прикольные, они сделаны как кружечка. И с таким пуфиком мягким, что было. Давай Розетта присядет вместе с Динь-Динь покушать. Вот тут у них есть пирожные, есть тортики, вот какой-то смузи, тут кексики. Все очень вкусно, и на прилавке есть тоже аксессуары. Ежевика, вишенка. И котик. Тут что-то такое с трубочкой. Все в стиле кафе. Есть кусочки тортика. Тортик слоеный. Все игрушки такие прорезиненные, очень приятные на ощупь. И есть еще вот такой тортик. Морковный. Тут уже кусочек кто-то вырезал, наверное, вот Динь-Динь кушает. Поставим его на прилавок. Столик сделан как вафельный рожок. Такой. У меня как будто бы все съедобное. А это не съедобное. Съедобное. Где тебе фея Зимняя? Давай фея Зимнего леса. Давай. Они у нас на санях. Здесь сестренки. Фея Динь-Динь и Незабудка. Динь-Динь у нас мастерица, а Незабудка фея Зимнего леса. Да. Как по мультику, у них одинаковые крылышки. Вот, у них, в принципе, похожие наряды такие, в зимней тематике. Незабудка, она всегда в голубом. И у Динь-Динь здесь платье такое приближенное тоже к голубому цвету. Вика хочет их на санях покатать. Смотрите, сани. Гонки. Сани такие в зимней тематике, тут у них все крутится. Да, я теперь гонки научу. Вика хочет гонки устроить. Да. И победить фея Динь-Динь. Фея Динь-Динь и Незабудка. Вот так, так сами едут. Да, я тебе буду делать. А чего это? Давай. Такой эффект, как будто бы они едут. Давай, мама. По неровной дороге. Все, гонки. Вика хочет сделать гонки с феей Динь-Динь на мопеде. Сейчас я покажу этот мопед. Тут Динь-Динь сидит в тряпичном платье. Везде феи в таких прорезиненных платьях, а тут она одна у нас тряпичная. У нее здесь зеленые крылышки. Тут какой-то маракас или что-то, она может сигнал подавать. Она легко снимается. И мопед у нее очень красивый. Люлька, она так зафиксирована не жестко. Да. Если быстро едет, она прийти на кочках, можно ее подкидывать. И очень красивый мопед. Смотрите, тут все украшено цветами. Такие колесики как будто бы сделаны из дерева. И здесь как будто бы из прутиков сделан руль. Все сделано из природных материалов. А второе колесико из желуди. Да. Шляпка желуди. Да. Здесь тоже есть дощечек такой у них сзади. Такой пропеллер. И когда крутится колесико, вот эта люлька тут подпрыгивает.
что тут такие яйца? Давай посадим перья, иначе прокатится у нас. Да. Вот такой тип. А вот это третье колесо у люльки, это пуговицы. Это как я на день-день сама мастерила. Все сделано из подручных средств. Она же кукла. Она мастерица, кукла. Мы забыли показать вот эти феи. Смотрите, Розетта, фея цветов. Платье у нее таких из природных материалов. Одна юбка – это малинка. И тут такие лепестки цветов. У нее розовые крылышки здесь блестят. И красивые коричневые волосы. Туфельки красненькие у нее. Мочите, я шучу. Вика решила, что это крошка. Викуль, это же кресло. И здесь Динь-Динь в таком коротеньком платьице зеленом. У нее такие здесь туфельки без помпончиков, с бантиками. Все вот эти платья, они такие качественные. Я могу даже показать. Прорезиненные платья. И все куколки, они в плавочках, они у нас не раздетые полностью. Они в плавочках. Викуль, давай покажем еще, что у нас. Последний набор остался, это кухня. Нет, я пока не знаю. Ладно, я пока покажу кухню. Смотрите, тут у нас тоже аксессуары. Есть ковшичек. Вся посудка такая прорезиненная, очень приятная. Есть чайничек, есть какие-то столовые приборы еще, какая-то такая кастрюлечка маленькая, или какие-то формочки. Здесь у нас кувшинчики. И вот еще самая прикольная штучка здесь. Открываешь дверцу, а там сидит какая-то хозяйка, похожая на кузнечик. Голубой кузнечик сидит, и он так отпружинивает. И причем его нельзя снять, он так сидит специально, целый шкаф, отведен кузнечику на кухне. Видать, он там живет, может быть, это его домик. И тут еще духовочка, она тоже открывается, и здесь меняется композиция. Сначала тут огонь, мы ее закрываем, вторую раскрываем, а тут уже тортик у нас готов. Опять огонь. Раз, опять тортик. Духовочка такая за стекло. О, и у меня такой тортик. И тут у нас все тоже сделано из природных материалов. Здесь у нас цветок наверху. Вот. И сзади все тоже так красиво оформлено. Еще с этой кухней есть стол. Тут у нас кружечка стоит. Маленькая. Смотрите, стол тоже очень прикольный. У него стоит сверху торт. И если на него нажать, у нас меняются пирожные. Раз, такой торт. Нажимаем. Желтенький торт. Или это какие-то, может быть, сэндвичи с горошком. Сначала, наверное, они кушают какие-то сэндвичи, потом раз, десерт, тортик. И к этому столу идут еще стульчики. Такие пенечки конфетные. Тоже все сделано как будто бы из природных материалов. Тут такое, как листиками все оформлено. Ух ты, пальчики красивые. Вика уже примеряет платьице. Я хочу еще показать. У нас дополнительные аксессуары есть к этим наборам. Этим куколкам можно менять платье. Смотрите, у нас еще несколько платьев есть. Есть вот такое голубое платье. Есть платье зелененькое. Вот еще желтенькое платье. Они такие прорезиненные, кажется, они очень такие надежные, и ребенок их никак не порвет. В отличие от тряпичных платьев. Вот Динь-Динь, который у нас в тряпичном платье, ее можно переодеть в красивое платье. И можно плавать дальше. У Динь-Динь цвет зеленый она носит, и мы оденем ей сейчас платье.
очень легко одевается платье. Вот такие застежечки. Вот мы нарядили ее в платье, и можно еще туфельки надеть. Давай туфельки. Туфельки тоже одеваются очень легко. Есть мои туфельки, нет. Есть нет. Есть тоже нет. Есть тоже нет. Надевай туфельки. Оп. Все, мы нарядили эту деньги. Да, такую маленькую, она маленькая. Такая красотка получилась. Смотрите, у нас есть такие сумочки, вот корзинка. Это у нас такая сумочка. Еще есть много маленьких сумочек. Вот такие кокони. Вот они такие совсем малюсенькие. Я их не покажу. И есть два ободочка. Наверное, это Розетта носит в кафе. Вот такая, сразу видно, что она работает в кафе у нас. Смотрите, все динь-динь, которые у нас есть, я хочу показать. У них у всех разные крылышками, а так, в общем-то, они все одинаковые. Викуль, дай зелененькие крылышки. Вот, они все одеты в зеленых цветах. В общем-то, одна и та же куколка, только разные крылышки и разная одежда. Давай мою. И помимо нее, вот две наши куколки еще. Розетта и Незабудка. Сейчас мы наведем порядок, все расставим красиво. Викуль, тебе нравится твоя коллекция? Да! А какая самая любимая фея у тебя? Такая. Она у меня деревня. Всем пока! Подписывайтесь на канал Виктория Плей. Не забывайте ставить лайк. Пока-пока! Пока!